На выставке собак всегда многолюдно и, само собой, шумно. Во-первых, четвероногие друзья человека знакомятся между собой, а порой и показывают характер. А как без этого? Во-вторых, хозяева делятся впечатлениями о характере своих питомцев, а говорить о них можно до бесконечности. Ведь собака – это не просто друг, это полноценный член семьи. Она самая лучшая для меня. Отличный компаньон. Международная выставка собак проводилась для всех пород четвероногих, но в большинстве здесь были представлены немецкие овчарки. Правильно обученная овчарка всегда ведет себя должным образом в зависимости от обстоятельств. Сегодня представлена больше всего пород, это немецкая овчарка, это гордость нашего клуба, нашего города. Люди очень заинтересованы в этой породе. Семейная собака, послушная, адекватная, хорошо быстро социализируется, то есть не проблемная. Людям очень нравится. Как отмечают специалисты, шимкенцы в большинстве отдают предпочтение породам охранника. На выставке можно было встретить редкую для нашего города Кане Курсо, причем в сопровождении 4-месячного щенка, которого уже приучают к выставкам. И красавца бернского Зиненхунда, который, несмотря на размеры, очень дружелюбен. Да, конечно, очень красивые детей любят. Качество у них, как у немецкого овчара. Зара, Цезара. Детвору же привлекали больше декоративные, небольшие породы собак. Особое умиление, безусловно, вызвали щенки мопса. Ну-ка еще расскажи, что он кушает. Кириешки, мясо и все. Кириешками кормишь? Да. Из декора были представлены обладательницы огромных глаз при маленьком размере тела чихуахуа. Обычно очень верткие, эмоциональные, на выставке они вели себя довольно спокойно, всем видом показывая свою значимость. За манежем на улице развлекал прохожих ирландский сеттер. Яркий рыжий окрас добавлял всем настроение. Ну не бойся, не бойся, что-то. Покажут, да. Неподалеку от него гуляла боксерша Багира. Кажется, ей тоже очень хотелось порезвиться, но она вела себя чинно и благородно. Так сказать, не царское это дело по траве при всех носиться. Ну и абсолютное, на первый взгляд, равнодушие ко всему происходящему своим видом показывал самый крупный представитель четвероногих на этой выставке – тибетский мастиф. Он лениво шел на поводке, когда это требовалось, но было заметно, что больше всего ему хотелось просто понежиться под лучами теплого солнца. Выставка показала, что шимкент собак любит, причем разных пород.